Итак, друзья, с большим удовольствием продолжаю прохождение этой игры. И, судя по карте, следующее задание у нас находится в неисследованной области. Кроме этого, также здесь находится еще одна башня-кузница. Конечно, мы туда сейчас пойдем, но после того, как вмешаемся вот в этот поединок. Там, как вы понимаете, сразу два капитана, и таким образом мы с вами сразу двух зайцев убьем. Так, а ну-ка бегом. Лугнак. Лугнак стойкий. Так, стоп. Куда? Ну давай же, убей его. Блин, с него можно какую-то вообще информацию вытянуть. А ну-ка, быстрее, 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 быстрее. Блех, муха. Нет, не получилось. И снова не получается, да? Ну, сбежались-то. Хорошо так. Ну давай, положи их. Все, наконец-то. А ну пошли вон. Достал, достал. Но я еще получил очко способностей, между прочим. Посмотрим, что у него за руна здесь была. Зоркий глаз. Так, вот там у нас начинается этот поединок. Но как же мы можем пройти мимо еще одного капитана? Все-таки мы за это получаем силу. А сила здесь весьма ценный ресурс. Блин, почему он лупит их? Давай, 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 давай. Yes. Все-таки достал его. И с Орлоком все хорошо получилось, правда? Круто. Там руна была, зуб червя. Ну так, видите, тут, в принципе, немного силы получается. Но вот, когда вмешиваемся вот в эти поединки, в борьбу за власть, то... Там хорошая награда получается. Итак, уроки устраивают смертельные поединки между собой, чтобы доказать свою свирепость и устранить соперников. Тот, кто бежит или погибает, считается проигравшим, а сила победителя возрастает. Let's get on with this, you yapping shark! Так, кто кого? Давайте тут немножко ускоримся. Блин, все-таки... Ах ты гад! Ничего-ничего, попробуем сейчас. Так,
Так, успеем. Давай же. Вот и все. Делов-то. На 5 секунд, на самом деле. Но я так круто влез, конечно, в эту кашу. Сложно будет сейчас второго босса, второго капитана убить. Потому что у него еще к тому же сила возросла. So I'll flay the skin from yours and wear that instead. Так, понятно. Давай, 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 бей его. О, yes. Вот и все. Так, следующий, кто там? Беги, 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 беги. Нет, этот остается. А все другие разбежались. Так. Да блин, не смог я. Не смог я вот этот удар сделать. Да чтоб тебя. Ну-ка попробуем. Но задумка была неплохая, мне кажется. Так, отлично. Ну все, дружочек. Тебе, так сказать, конец. О ком получим сведения? Здесь? Давайте так. Неизвестный вождь станет известным. Зумук Шустрый. Круто. Было нелегко, признаюсь честно. Давайте все... Давайте все руны соберем. По-моему, еще где-то что-то может быть. Стоп. Вот у нас некие сведения. Здесь имеются... Так, узнаем, кто это. Ладбаг, собиратель ушей. Ну, я тоже заметил, что они любят друг другу уши отрезать. Сейчас посмотрим, что это за грибочки. Землехлеб. Ну вот еще здесь, прямо рядышком, находится испытание. Это уже не лук, это, скорее всего, кинжал. Давайте попробуем, возьмем мифриловый клинок. Серебряная молния пробивала брешь за брешью в рядах армии темного властелина. Враги умирали, даже не успев ничего сообразить. Там награда 150 мирианов. Скрытно убить 10, всего 10 работорговцев. Ну тот же ничего не увидит, правильно? Так, точно. Так, куда ж... Сюда, что ли, забраться? Четверых убрали. Ну вот, половину дела сделали.
Красотища. Yes, 9 из 10. И, наконец, последний. Все, задание выполнено. Так же, как и обычно, вместе с дополнительной задачей. Так что все очень даже хорошо. Завершите все испытания, заработайте на них и других заданиях много мирианов, и вы сможете приобрести мощное улучшение для кинжала, имя которого Ахарн. Класс. Вот я бы хотел, на самом деле, такое улучшение приобрести. А, нет, скорее всего, этот цветок там где-то внизу. Сейчас посмотрим. Вот тут надо забрать еще один предмет некий и посмотреть воспоминания. Ступка и пестик. Так, сейчас найдем. Момент. Нашел. Ну и пора сваливать. Never knowing the stories it held. The Land of Shadow is awakening from a long slumber. It has many stories yet to tell us. Ой, да убегу я. Никто меня и не заметит. Вот, смотрите, здесь очень просто прятаться. Хотя они все равно будут бежать, 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 бежать за мной. А, нет. Они не настолько умны. Да? Стоп, вот же. Совершенно верно. Еще одна руна. Сейчас я ее быстро возьму. Ну и можно двигать. Воля Запада. А задание у нас там слева было. Да, все правильно. Здесь тоже спокойно можно пробежать. Ну да, все правильно. Плюс, давайте все-таки приобретем вот это улучшение. Оседлание Карагора. Можно будет намного быстрее перемещаться теперь по всем этим локациям. Так, еще разочек. Изуверство, метательный кинжал. Добивание, последний шанс. Может быть, стоит, а может быть, не стоит. Вот тут новые варианты появились. Боевое истощение. При заряженном счетчике серии ударов можно нажать сочетание клавиш, чтобы мгновенно истощить Урука. При этом вы пополняете запас эльфийских стрел и пугаете этого Урука. Ух, вот это вот очень круто. Призрачное добивание. Вот, я даже знаю, что я тогда приобрету. Очень круто. Так. Осталось только найти Карагора, да? Отлично. Так, теперь я здесь бегом. Куда он смотрит? Ну, на меня точно не смотрит. Надо освободить рабов. Так, иди сюда. Куда побежал? Потому что за это дают хорошие очки, в общем-то. Ладно, все, бегу. Так, глубоко, но нам пофигу, насколько здесь глубоко. Гляньте, кого-то можно допросить. Давай, 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 давай! Не успеешь свой топорик метнуть. Осталось только того догнать. Ладно, пофигу. У нас и так все хорошо со снабжением информации. Итак, наконец уже сейчас доберемся до башни кузницы. Откроем точку быстрого перемещения.
Так, вот мы и на месте. Ага. Все понятно. This tower, the elven, was luminous as if they were cast from light. Итак, вот здесь задание изгои и задание «Главная правда», связанная с Голлумом. Я предлагаю его взять. Побежали. Круто, все рядышком. Rabbits from up high, and so shall we. Так, меня... меня, наверное, заметили. Так, следы здесь. И ведут туда дальше. Ну вот, кстати, можно оседлать, но... сейчас-то необходимости в этом нет. Мы с вами вообще задание выполняем. Нам нужно этих карагоров, в принципе, избегать. Потому что они здесь как раз-таки для того, чтобы нас поймать. Грог. I need at least 20 men to bring that beast down. Then we must find another way. Ну и что нам здесь предлагают придумать? Скажите-ка мне. Sergeant Kay's mouth will only lead us into the Grog's jaws. A well-placed arrow will do the trick here. Ладно, хорошо. Скидываем для него вот эту приманочку. Все, время тикает. Надо бежать. Блин, я надеюсь. Тем более я опоздал со стартом, но я просто не ожидал, что тут надо будет вот так вот быстро двигаться. Да, все правильно, идем. Следы ведут именно сюда. Но вот ему удалось как-то мимо него проскочить. Давай, давай, иди сюда. Ох ты! Нет, не успел. Не успел. Зарезать. Так. Неужели он за мной идет? И вон еще какие-то твари. Ползуны некие. Да мне от этого не легче. Так, найти артефакт видений. Это уже очередной артефакт. Какие загадки позволит он раскрыть на этот раз?
smith of the Second Age. I'd heard the stories, but... I remember my name now. I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power. Fly, you fool. С удовольствием. Получена новая способность — удар из тени. Может мгновенно перенести к цели. Так, хорошо. Ну, может быть, тогда к этому перенесемся. Да, почему нет? И можно, наверное, валить дальше. У нас тут есть небольшое ограничение по времени, я так понимаю. Так, побыстрей. Ну, вроде бы пока успеваю. Ладно, на них отвлекаться вообще не стоит. Так, отлично. А, на желтого надо навести. Ну, давай, давай. Nasty Ranger. He knows nothing of the Bright Master. I know of his legend. How Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your king. And the precious. The Master makes it too. Where is it? I have no memory of any such thing. Why would it even matter? The Master must remember. Yes, he must. We... We dig up more treasures.